Купить золото WoW, Star Wars и других MMORPG можно на сайте elfmoney.ru. Низкие цены, доставка 24/7 и скидки постоянным клиентам. Ссылка в описании. Локтар, друзья. Хотелось бы всех вас поблагодарить за то, что вы смотрите наши истории и оставляете очень положительные комментарии. В этом выпуске мы продолжим и, наверное, завершим историю легендарного меча Шаломейна. На этот раз будет сразу вся кульминация без лишней воды. Приятного просмотра! Очень давно магия Аниксии разделила короля Варианарина на двух разных людей. Один из них, как и прежде, оставался правителем Штормграда, а второй, потеряв память при крушении, попал в руки Регара и завоевал гладиаторскую славу, став известным под именем Логош. Произошло много событий после побега Логоша и Брола от Регара, и вот, наконец, они уже вместе с Валирой добрались до Штормграда, и два Вариана встретились друг с другом. Но оба человека были связаны жизненными узами, что означало, при гибели одного погибнет и другой. Так было решено найти Аниксию и покончить с этими фокусами. На время отсутствия король оставил правителем королевства своего лучшего друга, Болвара Фордрагона. Ему также было поручено опекать единственного сына короля, Андуина. Вместе с отрядом союзников они были готовы отправиться в путь. Перед уходом Джайна Прадмур дала им два меча – Шалатор и Элемейн. Это были необычные клинки. Оба были выкованы и зачарованы ночными эльфами, что позволяло расколоть им даже самую прочную броню. Во время сражения Аниксия попыталась применить заклинание, чтобы уничтожить Логоша. Но два Вариана готовы были пожертвовать собой ради другого, и заклинание нарушилось из-за присутствия второй цели. Вместо убийства оно объединило двух Варианов в одного человека, и вместе с ними объединились мечи, получив новое название, образованное из прежних. С тех пор Варианрин всегда держит при себе Шаломейн и использует его, чтобы сразить своих врагов. Этим самым мечом он сражался с плетью в Нардсколе, помог остановить катаклизм, победить Гороша Адского Крика. Теперь грядет Легион. Кто же знает, что произойдет дальше? Ведь, судя по трейлеру, Вариан сыграет не последнюю роль в дополнении. А на сегодня все, друзья. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии и делитесь видео. А также голосуйте за следующее оружие. Душа дракона или череп Гул'дана. До новых историй. Пока. Андуин. Теперь и я знаю, что нет ничего благороднее, чем стремление к миру. Но чтобы сохранить его, ты должен сражаться.